Я убежден, что законодатель должен быть последователен даже в реформе. И поэтому необходимо смотреть и проводить ревизию законодательства на предмет устранения устарелого, ненужного. Но в то же время сегодняшний парламент склонен к законодательным судорогам. Они ополчились на автомобилистов, на курильщиков, еще на ряд категорий лиц. Вот мое впечатление, начинать надо с ревизии сегодняшнего парламента.